Привет, я Шок. Сейчас я тебе включу мувик, которому уже 4 года. Там буду я. Там будет мой Big Star, и там будет моя игра спустя 2 года после начала игры в CSGO. И тогда я еще не был ютубером. Смотрим. Почему я вспомнил про этот мувик? Я увидел его и подумал, а как я играл раньше? Искал демки, на фесте не удаляются, в CSGO 100%, но из ВКонтакте нет. В общем, я заказал хайлайт за 150 рублей, скинул ему демку, это был май 2016 года. Тогда я играл с Тигром, Эриком, помните? Кстати, насчет Эрика, я его не просто так упомянул, он сегодня в Дискорде, Эрик. Доброе утро. Вот так вот. Я ему скинул демку, сказал, какой у меня ник, что я сделал, в каком раунде, из какого оружия. Я скидывал много ему мувиков, но самое главное, есть демки. Поэтому мы сейчас посмотрим, как я играл в 16 году. Поэтому мы полетели. Только, пожалуйста, перед началом этого ролика не забудь поставить лайк. Чем больше лайков, тем больше людей увидит этот ролик. Таков уж гребаный YouTube. Я загружаю демку, которой 4 года. Я не знаю, каким образом... Почему здесь напарник? Да, я тоже это не понимаю. Но сам факт того, что CSGO 2020 года запускает демку 16-го, это хороший вопрос. Как? У меня была аватарка NiP. Я почему-то обожал их логотип. Смотрите, какая у меня стрельба красивая. Я был Big Star. Ну ничего не изменилось, брат. Я был Big Star. Да ладно, я 2 года спустя был Big Star. После начала игры в CS. А, я помню это звание. Я на Big Star очень долго был, очень долго. Я еще в Грузии был в этот момент. Ой-ой, подегло отмена. Прикинь демку, найдешь, где я буду. Да, я думаю, ты найду, бро. Я думал, вообще в этой катке ты будешь. Не-не, я с дегла очень плох был. Сейчас без шуток лучше, без шуток. Я очень много афкашил раньше. Почему я афкашил раньше? Раньше я занимался пабликом ВКонтакте, Жизнь Ютуб, если вы знаете. И каждый раз я делал посты. Если какая-то новость выходила, я должен был в фотошопе делать пост, новость и публиковать ее. И во время всего этого дела я играл в катке. И в каждой катке я был АФК, почти в каждой. Это было ужасно, но я делал одновременно и пабль ВКонтакте, благодаря которому я и заказал этот мувик, потому что деньги откуда у меня были бы вообще в таком возрасте? Мне же было 11. Пошла пистолетка. Это старая карта еще, понял? Ну, конечно. Я думал, она обновится, понял, типа, новая. А, чувак, как это возможно? Не знаю. Так, я бегаю нормально. Смотрю в пол, смотрите, прицел где стоит. Неправильно, позиционирую прицел, отсутствует. Нет, не убиваю. Пикаю пэлэс. Шумлю. Слушай, ну я отгадываю, где противник. Не, все, меня зажали. Меня зажали со всех сторон. Стреляю куда-то и вылез зачем-то. Так, ретейк Эрика. Аккуратно играю. Кидаю гранату. Хорошая граната. Хорошая стрельба. На Биг Старе, заметьте. Неплохо. Граната хуевая, кстати, была. Ну, ты, чувак, я всегда играл гранаты. Я ситуация 2 в 4. Я слышу то, что ко мне кто-то лезет, ставит бомбу на Б. Но я бы пошел бы с прицелом бы в кичен сейчас. Вот здесь... А, смокину. Кто такой? Я в жизни смок не видел сейчас. Чтобы смокинули прям джангл, я такой не видел. Джангл. Ой, убиваю ладдер очень хорошо. Наводка есть. И боюсь прыгнуть. Есть. Это что такое? Я... Чувак, его мысли быстрее меня. Я помогу тиммейту? Да! Эрик, минус 4. 2 в 4. 2 в 4 мы забрали. Нормально. Кидаю смок ван вей, заранее выхожу. Делаю смок килл. А как это? Не знаю. Это двойная игра, понял? Он подумает, что он будет чекать ван вей, понял? Да. А ты ебашишь смок. Подо мной чел. Я слышу это, кидаю гранату, кстати. Но... Открываюсь очень открыто. Это момент с мувика. Да, это момент с мувика. Нормально, смотри, минус 5. Пистолетка. Вот по пистолетке я точно могу сказать, изменил что-то или нет. Вот пишу так, я так же делаю. Ну, возможно, это рабочая схема, я, может быть, сейчас сделаю килл. Так, ситуация 2 в 4. Хороший килл. Своего хочу убить. Ничего не изменилось.
Не, с 5-7 нам не попасть. Не-не, чувак, я открываюсь. Я здесь мертвец, должен быть 100%. Игра заканчивается, и, возможно, меня сейчас повысят до Беркута. Представьте, это будет в записи. Не-не. 995 побед было, видели? Сейчас у меня 1700 побед. Хм, прикольно. 1000 побед, я играл так. Слушайте, ну что я могу сказать? Я... Ну, честно, я вижу то, что я стал лучше играть. Но мне этого не хватило, я хочу посмотреть еще. Как я бы ознакомился с Эриком? Привет, я подписчик, круто. Это же сам Шок мне ответил, как дела? Как мы начали общаться после вот этой хуйни? Круто. Привет, у меня для тебя вызов. Выпей пол-литра молока за 25 секунд. Удачи. Если не выплачу, то засунь ебаные палочки. У тебя какие-то очень экстремальные игрушки. Закрой. Эрик, термин. Как ты прошел? Какое качество твоего аниме? Зажрал. Через 20 минут зажрался. Уже аватарка другая. У меня биполярка, я каждый день менял. Кстати, я без скинов играл. Кто мне пишет, что я мажор? Я без скинов играл. Без скинов. Вообще скинов не было. На этот вантапик. Смотрите, наводка. АФК опять посты пишешь. Опять прыгаю. Не, у меня какая-то проблема с прыжками была. Опа. Спиной ляг. Лёка же. Да. Так, пистолетка. Если вы помните, я на миду очень часто выходил в окно. Но сейчас я решил... Я сейчас решил выйти под Б. Один уже. Один в пять. Первый есть. Я клянусь, помню этот раунд. Я помню этот раунд, чувак. Я помню этот раунд. Он не засал, понял? Ножи пошел. Да. Второй и, тоже. Я выиграю этот раунд, чувак. Я клянусь, это помню. И сейчас я на него прыгаю, убиваю. Я помню раунд 4-летней давности. Чуваки, 33 на 18 с двумя ботами мы делали КБ. Это очень хорошо. О, опять новый ник. Теперь не жесткий. Сейчас я должен сделать эйс. Первый есть. Смотри, как... Да, продолжаю стрелять. Чтобы добить вам, наверняка. Мидл. Как хорошо сделал. Я убил на лонге и у синего, чуваки, это помню. Какая наводка. И сейчас он должен к синему подойти. А, он на синем прямо находится. Минус 5. Ну, он крутой на самом деле, но я не думаю, что я этот подмовик брал, бро. Без шуток. Это не подмовик. Да, это не подмовик. 27-21. Чувак, я круто играл. Да, раньше нормально играл. Оо, Эрик Лоу, скиллфак, ведь. Я помню этот ник. Чувак, что это за ники? Ну, мне нравится. Мне нравится, как он выглядит. Уже скин появился. Смотри, как я плаваю по карте, офигенно. Смотри, я как на... Вообще все равно их строим, лечу. Ай-яй-яй-яй. Не-не, по стрельбе отмена. Ну, какие я подбирал ники классные. У меня каждая катка была разные ники и аватарки. Это у меня диагноз какой-то. Я помню этот раунд, бро, я просто... Это офигенный раунд, смотри. Я сейчас этого человека убиваю, иду в дверь простреливать. Нет, лонг убиваю. И сейчас простреливаю дверь, чувак, смотри. Это же шикарно, чувак, это же шикарно. Опять радуюсь. Это очень... Смотри, как я радуюсь, господи. 2-2 на 21, тоже хайтап. Remo Tactics. Я опять был за Каприо, Remo Tactics. Да ладно, короче. Я играл а-ля в команде, и мы назвали себя Remo. Remo это означает, кажется, готов, привыкший проигрывать, либо что-то подобное. Короче, рофель на что-то. Эрик, помнишь Remo Tactics? Дитя Рак, это мой одноклассник. Он до сих пор 4-я новая. Нож, кстати, у тебя появился. Я помню. Я очень жестко ставил ставки на CSGO Lounge. Очень жестко. И этот ножик, он стоил $70. И вместо того, чтобы поставить ставку, я вывел его и поиграл, и потом закинул и проиграл. Моя максимальная ставка была $300. Я проиграл все за раз. И все, вот я заулынил и все проиграл. И после этого больше не ставил. Это минус 5 будет, да? Да. Первый есть. 1 в 5. 1 в 5 я возьму. Ну ты, я не знаю, раньше пиздец как играл. Не-не, чувак, тут, мне кажется, слабые игроки были просто. Но, по сути, это здесь должен сделать очень красивый флик, я помню. Боже, чувак. Чувак! Не успеваешь, к сожалению. Чувак!
Такие крысы. Ну они тебя пушили, как вообще. Прямо сейчас я вам покажу мувик, как это получилось в 16-м году. Я помню этот раунд. Я на миду сделаю фраг на отходе, потом смог зайду. Короче, они все будут крутиться около меня. Вот, первый килл сейчас будет в голову. Первый есть, и сейчас я их просто в круг убью всех. Проиграешь, да, раунд? Не, я выиграю. Смотри, как я красиво играю. Просто в ряд. Просто в ряд в голову. Нет. Что, я выиграю его? Ну, на ниточке. Да, на ниточке, бро. Ну, у меня так был. Да, чувак, я за... Чекай, я разбогател. Какой красный... Какой он красивый, да, этот профиль, смотри. И логотип какой-то радужный. Зерновка? А, ну да, зерновка. Да, прилив, зерновка, грэпс. А, нет. Вой! Я в это время, знаешь, где был? На изидропе. На мой ножик! Сапфир? Да. Ну, нахуй. Это уже последний момент, потому что уже я стал ютубером, уже были скины, уже был глобал. И здесь я сделаю последний момент, который я уже скидывал своим мувимейкерам. Кстати, нужно вернуть бы это дело на самом деле, почему бы и нет. Слушай, прикольное время было. Так, я ситуация 1 в 3, делаю первый килл. Убиваю Пэлас. И ноузум просто в стейрс, это очень красиво, я должен порадоваться. А где моя реакция? Я уже глобал, мне это не нужно, представь. Зажрался, зажрался, да. Да, вообще живу один раз, брат. Ладно, ребят, это было очень круто, правда. Я так сейчас ловил лютую ностальгию. Когда приходит тигр в Дискорд, у нас получаются реально шикарные ролики. Этот ролик ламповый точно для меня останется. Я это буду пересматривать через годика 2-3. А если ты вообще меня давно знаешь, я думаю, что это для тебя будет прям тот роликом ностальгии. Не знаю, я тогда не стримил и не снимал ролики. Как ты это мог у меня вообще знать, я не знаю. Ну ладно, в общем, спасибо большое всем. Это... Были мои катки на Бигстаре. Что могу сказать? Я неплохо играл, мне нравится на самом деле. Я был не тем Бигстаром, который сейчас, мне кажется. Вот мне интересно, если я был бы сейчас Бигстаром тем, который был, и сыграю против настоящих, как я бы отыгрывал, интересно. Ладно, в общем, чуваки, хочу очень сильно попросить нажать на кнопку подписаться. И если ты уже подписан, на колокольчик. Вот прямо сейчас, не поленись, нажми на колокольчик. И когда появится окошко, выбери получать все оповещения. И ты будешь знать о каждом выходе моего ролика. С тобой был я, Шок и Тигр. Пока. И реально классный ролик получился, а я иду записывать новое. Удачи.